всей свободы, мы понимаем, что это Игорь Ермаков будет. Игорь, пару слов о чемпионате. Что получилось, что нет, если такие были моменты? И как вообще оценишь выступление команды? Ну, если мы выиграли чемпионат, значит, выступление удалось, все хорошо. Чемпионы. Все хорошо сыграли? Да, кто приезжал, все хорошо играли. Кому претензий нету? Что не получилось? Были какие-то моменты, хотя бы в мелочах? Нет, получилось все. Вот только последняя игра, что немножко сыграли не как команда, а, на, скажем так, на одного игрока. Поэтому играли бы как команда, я думаю, выполнили бы еще другие цели. А вы на Сережу играли? Конечно же. Но не получилось, да, видимо, что-то? Ну, я считаю, что да. Раз Володя сегодня забрал индивидуальный приз. Какой прогноз на кубок? Никакого. Посмотрим по игре. А задачи уже выполнены? Нет. Нет, то есть на кубок... Будем стараться, а дальше тут на вылет каждая игра. Как сыграть? Будем надеяться, что получится. В нашем дивизионе были соперники у вас реальные? По результатам видно, что были. И Тип-Топ, и Электровеник оба. С кем были было сложнее? Да я так не скажу. В каждом матче... Первый матч они берут, немножко другой состав был. Поэтому остальные... В каждом матче мы плюс 3 вели. Немножко успокаивались, потом 2 пропускали. Но мы выиграли все матчи. Так что, кроме первого. Так что выступили достойно. Свою игру как оценишь? Я много пропустил, я не буду свою игру оценивать. Парни выигрывали, без меня очень много игр. А кто был лидером в этом турнире? Лидером? Да, я думаю, как команда была. Так я не смогу выделить. Федоров, конечно, Серега забивал, парни и Цибульский, Гуся защищались, Сережа Харатон. Все молодцы, Сережа. Прогноз дай, кто выиграет кубок. Или кто будет в финале со свободой, ладно? В финале со свободой? Надо сетку, честно говоря, внимательно посмотреть, где там просвет. Просвет с той стороны. Вот я думаю, что если смотреть по таким критериям, то, наверное, прям это кубок. Мы видели, что просто сделалось с Спартаком. Спасибо, что напомнил. Спасибо.